Добрый день, друзья. Сергей Язовский. Не могу говорить плохо мне в масках в этих. Я фаталист. Агентство недвижимости SpineTour. Записываем для вас еще одну квартиру. И ее можно будет вам посмотреть и проанализировать. В этом доме, в районе Сан-Блас. Нормальное тихое место. Недалеко ЖД вокзал. Но здесь ЖД вокзалы сделаны по другим нормам совершенно. Они не такие шумные, как, может, у вас есть представление. Что вокруг рядом? Вот, пошли смотреть квартиру. Заходим в дом и наблюдаем, ну, очень широкий, хороший проход, холл. То есть без вопросов, да? Понятно, что дом свежий, свежий. Там у нас есть проход куда-то в какие-то внутренние дворы. Да, нет у меня ключа сейчас. Смотрим лестницу. Там еще есть помещение рабочее. И вот лифт. Поехали. Туда идут у нас квартиры вправо-влево. Здесь наблюдаете две двери, лифт. И вот она, наша лестничная клетка. Раз квартира, два квартира, и там еще одна за углом. Пойдемте смотреть. Эта квартира, состояние ее очень хорошее. Изначально была установлена, посмотрите, какая мощная, хорошая, надежная дверь. Все выключатели в отличном состоянии. Двери, соответственно, тоже. Хозяева приличные. Дом относительно новый. Ну, естественно, поэтому и состояние. Хотя во многих новых квартирах жильцы сами убивают быстро свою недвижимость. Либо сдают в аренду и убивают арендаторы. Смотрим справа от входа. Да, понятно. Домофон не описываю, ничего я не описываю. У нас зал. Зал. Двери вот такие вот. Очень хорошенькие, да? Легкие. Заходим. На полу везде ламинат хороший. Симпатичный. На потолке встроенное освещение. Видим прямо первый у нас стол. Очень приличный. На 6 персон здесь можно спокойно разместиться. Далее диван. Зона просмотра телевизора. Очень много места. Просторно будет здесь даже семье с детьми. Что касается света в зал. Если вот это все открыть, вы понимаете, что при таком количестве окон с двойными стеклами Климолит от жары, от холода, ну, естественно, в зале будет, ну, очень-очень-очень-очень светло. Без каких-либо разговоров. Посмотрите, это кондиционер. Вот такой у нас симпатичный в виде квадрата кондиционер. На улице тоже нормально. Сторона у нас, там заходит солнце. Понятно, что не солнечная. Так, идем дальше. Все описание квартиры, фотографии и стоимость по ссылке под видео. Потому как цена может меняться, и там будет актуальная цена. Ну, на всякий случай я размещу на сегодняшний день какая. Понятно, что туда идет коридор, а мы с вами пойдемте посмотрим кухню. На кухне в отличном состоянии кухонная мебель. Видно, что в хорошем состоянии содержится электрическая плита, стиральная машинка встроенная, сушка. Все очень сделано грамотно, профессионально, уже с новыми всякими подходами и материалами. Понятно. Здесь же есть вытяжка у нас. Вопросов к кухне нет. Вопрос от русских может быть один. Почему такая маленькая кухня? Потому что испанцы последних 20-30 лет ходили кушать только в бары и рестораны. В том числе завтракать. У них очень большой подъем экономики был. Поэтому здесь, смотрите, маленький стульчик. Столик, вернее, с 2-3 стульчика можно поставить и попить кофе. Перекусить. Окно не буду открывать. Матовое, хорошее окно. Оно у нас
смотрит на ту же улицу, где только что я вам показывал из зала виды. Дальше смотрим. Первая комната небольшая. Во всей квартире, видите, ламинат. Стены, забыл сказать, что ровненькие, аккуратные. Одна спальная кроваточка для ребенка стоит. У этих жильцов так скромненько все. Без большого количества мебели. Небольшой балкончик, он больше для каких-то вещей. Кондиционер, да, видите, наш закрывается тольдосами пластиковыми, нормальными абсолютно. И тоже хорошие окна. Идем далее. Потолок где-то, наверное, 2,30. На повороте направо находится у нас санузел совмещенный с душевой. Что у нас здесь есть? Только унитаз. Беды нету. Ну и не надо. Можно повешать кранчик еще и мыться в душе. Часто так делают. Беды раньше очень много ставили. Не знаю почему. Наверное, не могли придумать краны. Сейчас мало их ставят. Свет видим под... Светочка есть. Здесь обогреватель. И... Хозяйская спаленка, она у нас вот в таких цветах. Здесь как бы цвет темно-серый, можно сказать. Шкаф очень большой, плательный и так далее. Светильнички аккуратненькие. Да, да, нормально сделано. Опять освещение в потолке вот такое. Двери белые, логично пустотелые. Картонные. Здесь можно повесить телевизор. Есть подводка, антенны, видите, да? И два окна. Также наблюдаем кондиционер еще. Два окна. Смотрят они туда же. Опять окна Климолит. Очень качественные. На тепло и холод. Тумбочка небольшая. Рядом с вокзалом находится этот дом. В такой, скажем так, новой части месторасположения, где дома очень-очень свеженькие. Не так, как район Каролинас-Альтас, Каролинас-Бахас, все, где шла римская дорога в горы. И там, конечно же, все очень старое. Ну вот и все, друзья. Вот такая вот квартирка. Симпатичная, небольшая и очень хорошая. Заказывайте недвижимость. Сергей Язовский, агентство недвижимости Спайнтур. Мой номер телефона +34 код 663-945-750. Лучше на WhatsApp. Работаем почти 10 лет уже. Продаем недвижимость и сдаем в аренду в городе Аликанте. Всего доброго вам. Побежали на следующий объект.